Всем привет! Меня зовут Brain First, и это мое прохождение игры Sleeping Dogs. Пару слов о том, что нас ждет. Очень интересно, что как только я сегодня зашел в Steam, я увидел, что действительно очень мой хороший друг Гайвер прислал мне парочку DLC для этой игры. Я не знаю пока, что они там добавляют в игру. Вот этот вот красный конверт, еще пару бонусов, там Gold Pack, чего-то там, видимо, это дополнительная экспа или что-то в этом роде. Я пока не знаю, ребят, посмотрим. Вот, огромное ему хочу сказать спасибо и, в свою очередь, хочу, чтобы вы глянули его канал, посмотрели на него. Он проходит как раз Darksiders. Darksiders 2 вот на его канале. Так что, если вы очень хотите посмотреть на его прохождение, то обязательно подписывайтесь на его канал. Вау! И я так понимаю, да, полностью был прокачан... Да, все уровни, вау, классно. Это очень много, очень большая прибавка к XP. Отлично, и авторитет уровень 10. Так, восстановление еды длится вдвое дольше. Энергетические напитки, чай, массаж работает в два раза эффективнее. Отлично, отлично. Это очень хороший плюс. Итак, давайте попробуем прокачаться тогда. Ну, собственно, до конца мы веточку прокачиваем полицейскую. Так, теперь увеличивается угон тарана. В принципе, вот эти полицейские перки, они не очень хорошие, скажем так, да, они особо не помогают. Ну, там, кроме замедления времени, когда вы стреляете из автомобиля. А вот триадские очки довольно сложно получить, поэтому они лучше всего. Посмотрим, что здесь есть. У нас 4 очка, так что... Так, заберитесь на противника и нанесите ему сокрушающий удар локтем. Я не думаю, что это мне понадобится. Так, что здесь? Нацельтесь на противника и нажмите Space, чтобы перепрыгнуть через врага и оказаться у него за спиной. Такие оружия, да. Вот эту ветку начнем прокачивать, я думаю. Так. Так. Открывает быстрое продолжение для простого сильного пинка. Хорошо. Итак, оружие ближнего боя наносит повышенный урон. Да. Эта ветка получше будет, но у нас еще остался один вариантик для прокачки. Итак, у нас не вся рукопашка тут прокачана. Я так понимаю, авторитет на максимуме, 40% скидка на машину и одежду. Это просто замечательно. Так, и... Тотемы еще не все собраны. И 200 тысяч, вау, да это что за читерство? 200 тысяч. Так, теперь доступны для гонки машин класса А. Ну, хорошо, хорошо. Теперь мы куда двинемся? Во-первых, мне нужна новая одежда. Мне нужна новая одежда. Дело в том, что я сейчас сменил свою. И мне нужен хороший магазин одежды, качественный. Что-то типа... ну, в общем, дорогой, дорогой. Чтобы я ходил не в обносках каких-то, а вот действительно в нормальных, в нормальной одежде, в нормальной одежонке, скажем так. Так. Ой, это что за красный конверт? А, то есть теперь красные конверты будут раскиданы по городу, и типа я должен их собирать? Интересно. Так, новые машины. Вау, вот это да. Так, ну. Изменить цвет, space. А, левой кнопкой мыши. Вау, вот это классно выглядит. Ну-ка, что еще? Так, не очень. Тоже не очень. Тоже не очень. Да, вот это... вариант самый хороший. Вот это я понимаю, вот это машина, ребят. Вот это машина.
Это не какой-то там... не какой-то там мотоцикл. Вот это я уже называю автомобилем. Уж извините, ребят, но это так. Да, но я тут же начал нарушать различные правила движения. Ну, так и надо. Так и надо поступать, когда у тебя в руках отличная машина. Отличный спорткар, я бы даже сказал. Так, ну что, посмотрим, что здесь за магазин одежды. Мне нужно... вот, да, престижный магазин, я вижу. Хороший. Тут пиджачки всякие. Посмотрим, что здесь есть. Так, значит, тело. Я должен снять, да, окей. Так, ну, это уж слишком. Это уж слишком как-то. Ноги. Ну, это уж слишком какой-то официальный, что ли, магазин. Тут слишком много такой одежды. Там, ну, особо меня такая одежда пока не интересует. Так, попробуем в другой зайти. Может быть, вот в этом что-то поинтереснее будет. Посмотрим сейчас. Тихо. Так, посмотрим, что здесь за магазин. Упс, прошу прощения. Так, какая помощь? Мне бы самому помощь пригодилась. Так, мне нужна новая одежда. Так. Тут, кстати, выбор побольше. Elegant, but not too flashy. Так, ну что, я не знаю, брать ли мне... его или нет. В принципе, выглядит неплохо, но... как-то... не знаю даже. Слишком уж. Ну, хотя, можно попробовать. Смотря, какие там еще предметы, конечно. Так, пробуем обувь. Ну-ка, очки... These are the latest. Perfect for you. Oh, really? Perfect for me? Так. Тут можно... блин, тут нельзя менять. Хипстерская куртка? Хипстерская куртка. Вау. Давайте будем хипстерами. О боже. Так, давайте. Черные такие джинсы. Ну, будем хипстерами вот полностью, как бы. Can I interest you in some better clothes? Так, вот это вот возьмем. They all kind of look alike, right? Потемнее. Так, обувь возьмем. Почему тут кеды продаются? Вроде же нормальная одежда. О боже, тут какие-то кеды. Они не понимают, что тут должен целый комплект одежды продаваться. Thank you, sir. О боже, теперь мне нужно ехать домой, еще переодеваться и искать себе нормальную обувь. Но, кстати говоря, я могу съездить еще в один магазин. Вот, допустим, вот сюда. Вот, возможно, тут есть одежда получше. Не хочу быть хипстером. Но если что, я заеду в предыдущий магазин и куплю там туфли. Так. Это уже в крайнем случае, потому что мне нужна нормальная одежда, а тут ее просто нет. А, ну это похоже на тот магазин, в котором мы были. Так, что здесь? Ну да, да, здесь получше одежда. Но тут более такой, как бы, тоже официальный вариант. Может быть, брюки какие-нибудь купить черные? Под эту хипстерскую... я не знаю, подойдет мне или нет. Что за обувь тут есть?
Ботинки. Или я ничего не понимаю в моде, или это полное дерьмо. Так, секунду, нет. Что-то приблизить. Нет. Или. Или. Так, это я возьму. На ноги я куплю, пожалуй, брюки. Так, часы. Что за часы? Ну, такие часы, как бы, для девочек, это видно. Ну вот, теперь мы одеты как хипстер полностью, и перейдем к следующей части наших заданий. Итак, чем мы займемся сегодня? Ну, во-первых, мы начнем с того, что продолжим собирать алтари здоровья по всему городу и обманывает нас опять GPS, но постараемся собрать вот этот вот алтарь, который недавно мы проехали. Где-то он здесь. Видимо, где-то на втором этаже. Последуйте беспорядки. Ха, интересно. Это беспорядочки нас ждут тут. Так. 15 метрах. Это, видимо, внутри где-то. Will you please help me? Make it worth your while. What can I do for you? This punk guy is hanging around my shop scaring the customers. Everyone says you're good at dealing with punks like that. Can you make him leave? Ah, 我要按你啊, 肯定有个地方肯到. Ты че, я урод, иди сюда. What? What are you doing? 你做什么啊? Ну да ладно, Вэй, не кряхти ты так. Ну все, иди отсюда. Так, ладно, по пути собрать еще 2000. Так, забираем алтарь здоровья. Так, хорошо. Так, теперь едем к следующему алтарю. Находится вот здесь, вот резиденция губернатора. Не знаю, куда мне... дадут ли мне проехать прям туда или нет, но... Все равно рискнем, рискнем. Попробуем. Надеюсь, внутрь заходить не надо. Где-то тут снаружи. Вот фонарик. Или вообще на втором этаже сейчас окажется. А нет, нет, фонарик тут. Фонарик тут. Хорошо. Забираем его. Фонарики, фонарики. Замечательно. Идем дальше. Так, вот там я вижу еще один фонарик, и рядом есть еще видеокамера. Видеокамеру, конечно, стоит взломать. Вот она. Тем более, недалеко здесь. По-моему, здесь нету беспорядка. Здесь просто нужно камеру взломать. Это не наркокрах. Это обычная рядовая камера. Тык. Тык-тык-тык-тык-тык. Ну что, по классике. 0, 1, 2 и 3. Ага. 0, 1, 2 и 3 есть в списке. Единиц точно нет. Пробуем 2, 0, нет, 2, 3, 0, так, 4, отлично, 2 угадали точно, а 0 и 3 не на своем месте, попробуем здесь 0, здесь попробуем, а, секундочку, так, 3, а, 3 точно не здесь, не здесь, не здесь, а, здесь точно 3, а вот здесь вот, возможно, 0. И нам нужно проверить цифру 5 еще. О, все верно, 2, 3, 0, 5. Замечательно. Взломали камеру безопасности. А, так, и тут где-то фонарик еще бонусный для меня. Ага, вот он.
До повышения уровня здоровья остался всего один алтарь здоровья, который находится где-то в округе. Мы должны его обязательно найти, но, в принципе, он где-то тут недалеко должен быть. Ага, вот он, алтарь. Мы его сейчас заберем. Ну, или лучше забрать вот этот вот алтарь, чтобы вот больше не возвращаться. И там еще миссию наркокрах выполнить, чтобы уж совсем для полного счастья. Но осталось найти только машину. Но вот там ребята хотят подраться. Вот я вижу на миникарте, что ребята очень хотят подраться. И там вот я вижу, мелькает вдалеке кейс, который я должен забрать. Там внутри куча денежек. Поэтому я, конечно, такой... шанс для себя упустить, ну просто ну никак не могу, ребят. Вы уж извините, конечно, но это так, это так. Так, секунду, где-то тут был кейс. Что-то я запутался. Так, кейс был тут, он мелькал где-то здесь. Ребята, видимо, ниже. Под мостом они, что ли? Я теперь показываю выше, значит, они где-то на мосту. Не знаю. В любом случае, если я их не найду, я не буду долго копаться. А, вот они, вот они. Ух. О, они такие же хипстеры, как и я. Ох ты, сучка. Ух, сразу двоих. Дабл килл! Потрясающе. Так, и забираем тут наш сейф. А, тут придется его взламывать. Да, это один из тех самых сложных сейфов. Так. Так, теперь сюда. Так, 16-16, очень странный код. 16-16-8, вау. Окей. Так, и 20 тысяч сверху. Not bad, я бы даже сказал. 20 тысяч это неплохая прибавка к моей зарплате. Так, ну, мы приоделись, у нас теперь есть хорошая машина, хоть она немножко дымится, но я думаю, что механики ее починят, если надо будет. И мы едем к последнему фонарю, который поднимет уровень моего здоровья еще на 10%, если не ошибаюсь. Nice driving, dumbass, сказал. Типа, отлично, классно водишь, долбоёб. Ну что делать? Что делать, ребят? Вожу как умею. Честно. Вожу как умею. Заносит меня немножко. Так. Нам нужно проникнуть внутрь. Так, здесь нас ждет алтарь здоровья и камера безопасности. То есть камера безопасности и, разумеется, миссия наркокрах, которую мы давненько не выполняли. Они мне так нравятся, потому что там есть все. Там есть куча бабок, куча экспы, хотя уже экспа, в принципе, не так уж и важна, раз у нас 10 уровень полиции. Вот. Но в целом... Очень классно. Мне нравится миссия именно наркокрах вот из всех мини-миссий, которые здесь есть. Так, значит, мы тут забираем фонарик. Повышаем тем самым уровень здоровья. Так. И где-то здесь есть миссия... А, видимо, нужна лодка. Сейчас посмотрим. Да, нужен катер. Нужен катер, ребят. А вплавь невозможно добраться, разве? Я не знаю, где они там располагаются. Видимо, где-то под пирсом.
Так, ну-ка. Ой-ой-ой, куда я упал? А, ну может катер не нужен. Если я оказался... Ух ты, тут есть пистолет. Вау! Я нашел пистолет просто так. Он мне понадобится. Хедшот. Еще один. Еще один хедшот. Ну-ка покажись. Ой-ой-ой, у меня очень большие проблемы. Отлично, хедшот. Ох ты, сучка. Bitch. That was perfect headshot. Так, теперь мне нужно... Ага, отлично, то, что нужно. Так, взломайте камеру безопасности. Три хедшота подряд. Сразу же на третьем месте по в списке друзей я оказался за эту замечательную... Ага, 0 верно отгадан, потрясающе. Так, попробуем тройку, четверку и пятерку. Ага, 3-5 есть, тройка не на своем месте, а 5. Попробуем здесь тройку, пятерку попробуем здесь. Тут шестерка. Отлично, 0-5-3-6. Просто пальцем в небо. Все, теперь нам нужно вернуться домой. Я не знаю, можно ли угнать вот этот вот катер. Но было бы круто. Ой-ой-ой, надеюсь, я не застрял в текстурах. Так. Ага. Да, тут можно угнать катер. Но это все равно катер преступников, так что... Я не думаю, что они будут против, тем более они все мертвы. Так. Где причал? Упс. Извиняюсь. Да, вот то, что нужно. Все. Отлично. Мы добыли пистолет, мы выполнили миссию наркокрах. Это просто потрясающе, сколько мы замечательных вещей переделали сейчас. Вот, это классно. Это классно. Мне кажется, мы заслужили немножко водички газированной. Да, это точно. Так. Ну что, увеличение урона сейчас действует гораздо дольше. И вообще все гораздо дольше действует. Вот также мы имеем скидку в магазин. Ну, куча всяких бонусов. Потому что все-таки мы уже максимального 10 уровня сегодня. Так что можем веселиться на полную катушку. Так. Если вот еще бы найти выход из этого лабиринта чертовского, то было бы прям вообще супер-мега классно. Выход я обязательно найду. Ребят, не обращайте, что я весь мокрый, в крови. Это как нормально. Это супер, все. Ух ты, чемоданчик нашел. Потрясающе. А, ну тут тоже код. Ладно, сейчас взломаем. Такое уж это большая проблема. Так, верно. Водолазка Корини Стрит. Отлично. Водолазка и плюс 5000. У нас почти 700 тысяч. Это просто потрясающе. Эй, такси, такси. Нет, такси, черт. Тебя подери. Ладно.
Так, мне нужно... Мне нужна машина. Такла! Давай быстрее. Вот она. Нет, вот это вот моя. Давайте попробуем сделать миссию гоночную, вот это вот. Я не знаю только. Подойдет ли машина под этот класс? Да, класса, все время, все верно. И давайте попробуем выиграть немножечко денег. На гонках. 3, 2, 1, поехали. Ночные нелегальные гонки. Я сразу стартую с 5-го места. Потрясающе. Уже третий. И, конечно, тут по прямой у меня очень большое преимущество. Ребята мешаются немножко. Потерял сразу все позиции. Со второго места переместился на 5-е. Но тут же отыгрываю все потерянные места. Это потрясающе. И осталось... Вот по прямой ребята проигрывают. Почему очень серьезно. Но не так серьезно, как кажется. 26% трассы пройдено. Ух ты, сейчас будет. Вау! Это было очень круто. Это было очень круто. Так, нужно быть аккуратным здесь. Отлично. Блин, обошел меня на повороте. Но там еще будет очень много прямых, так что я не волнуюсь за счет этого. Так, мы почти приехали, 92%. Блин, он дышит мне в спину, он может выиграть. Нет, уже все, мы на первом месте. Мы выиграли гонку, это потрясающе. Сколько денег? 25 тысяч, потрясающе. За минуту 42 секунды выиграли эту замечательную гоночку. Так, ну что, что теперь? Что теперь мы будем делать? Мы выполним, пожалуй, какой-нибудь... Так, в этом городе у нас есть что-нибудь. Да, тут main quest. Но я думаю, мы сейчас пробежимся. Ну, во-первых, нам нужно вернуться домой. Мне нужно переодеться и доделать квест наркокрах. Это обязательно. Вот, потом мы попробуем сделать сайд-квест. И если у нас останется чуть-чуть буквально времени, мы сделаем... Один из моих квестов под конец. Тихо. Так, я надеюсь, вход здесь находится. Да, вот это. Ага. Так. Активность банд. Ну, видимо, в зависимости от сложности, в разных местах нас ждет либо обычная драка рукопашная, либо драка вот именно стрельба. Стрельба из огнестрельного оружия. Ага, вот он. Не знаю, сейчас, правда, обычные полицейские будут задерживать или спецназ какой-то. Нет, это обычный полицейский. Он просто зашел, и его, у него даже не стали палить. Нормально. Просто все разбежались, испугавшись в своем же собственной конуре какого-то полицейского.
Окей, я рад. Я рад, что вы поймали. Так, сейчас мне нужно немножко переодеться. Хотя бы сделать вид, что я переоделся. Ой, прошу прощения, что... Дунул микрофон, я просто удивился. Вот мне нравится вот это вот. Это классно. Так. Что брюки какие-то есть? Выгляди четко. Будь четким. Четко! Опа! Сейчас будем четко выглядеть. Можно в трусах. Вот в трусах особенно четко. Это я вам отвечаю, пацанчики. Нет, я думаю, что я четко буду выглядеть вот в этих брюках. Это будет реально четко. Так, что с обувью? Кеды, шмеды. Можно поближе. Так. Так, а вот эти вот как выглядят? Секунду. Так. Эти... Нет, секунду, это я их смотрел только что. Они, в принципе, ничем не отличаются. Так, вот эти, а тут... Практически ничем не отличаются, но я возьму вот эти. Так, что тут есть? Прическа Эмма опять и какая-то бейсболка питерская. Так, очки идиота, ну-ка. Можно повернуть мне немножко. Оу, да, деточка. Привет из 80-х. Это что за говно вообще? Так, мне нужны часы какие-нибудь крутые. Ну, кожаные перчатки, они в костюм не идут. А вот часы я, наверное, пожалуй, возьму. Так, браслеты. Браслеты для педиков, так-то. Так что я не буду брать. Готовые костюмы. Да, сохраним внешний вид. Все, теперь мы выглядим вот так вот. Как настоящие плохие парни. Все девчонки в этом китайском вонючем городе наши. Так, теперь мне... мы продолжим выполнять сайт-квестики. Правда, я что-то... Мне кажется, что не подходит к этим штанам. А, в принципе, пофиг. Кто на меня смотрит? Кроме вас, дорогие друзья. Итак. Мне нужна моя машина. Вон она. Так, попробуем сделать какой-нибудь сайт-квест. Почему бы и нет? Допустим, вот этот вот. Который поближе. Там чувак уже меня давно ждет, потому что... Поехали. Немного езды он называется. Как бы немного езды не превратилось с приставкой... во слово с приставкой P. Так. Да-да, давай. Куда ты побежал вообще? Что ты делаешь? Ну, он решил играть в магазин? Что, больной, что? Shoplifter Ye was cheating at the cards last night. Thought I'd teach him a lesson. Some fucking lesson. Bet he doesn't cheat again. Ooh. Oh shit. Think you can lose him? You gonna pull this shit, you gotta learn to drive. Get behind us. Третий уровень полиции. Вау, это жестко. Отлично, я разбил обе машины. Все равно за мной погоня. Да я good driver, ну ты, блин, сумасшедший есть, что мне сделать? Куда делся опять мой пистолет?
Ну... Да блин, не замуж. Тихо. Они меня все равно заметят. Просто вести. Ё-моё. Давай быстрее. Да блин, их... От них не оторваться просто. Все нормально. I think you lost him. Повезло. You could just let me off anyway. О, боже, что это за квест такой? Это просто была жесть. Так, ладно. Хороший квест, в кавычках. Попробуем сделать еще один. Раз уж у нас сегодня без каких-то мейн-квестов эпизод. Просто развлекаемся в новой части города, привыкаем к нему. В общем, занимаемся всякими интересными вещами. Что на этот раз? Мистер Шен! Да, что такое? Что такое? What's the problem? I bought a whole shipment of birds from the mainland, but they keep losing. I think they must have been feeding them sawdust or something. Remind me not to bet on them. Yes, exactly. I'm just about bankrupt. My only hope is to get the insurance money on the shipment. And my truck. Your truck? If someone were to steal it and run into the harbor, I'd be saved. Damn. Chicken congee. Смешно. Так. Сбросьте грузовик в воду. Хорошо. Нужно его не разбить, потому что он уже дымится. То есть, если я куда-нибудь врежусь, он обязательно загорится. Так, сколько там? Полкилометра? Примерно перейти. Я думаю, что я доеду без проблем. Так. Отлично. Плюс 2000 наличными. Это очень хорошо. Это очень классно. Так. Ну что, 2 сайд-квеста всего лишь было, что ли, получается? Да, всего 2 сайд-квеста. Хорошо. Окей. Так. Сейчас мы забежим в какой-нибудь магазинчик. По продаже автомобиля, но я вижу только один магазин. В нем я уже был. Дерьмовые автомобили продаются. А в этом городе их 2. Вот еще один магазин автомобилей. Так, мне сказали, что лучше всего они где-то. Да, на пристани Кеннеди продаются самые лучшие автомобили. Мне написали в комментариях. Спасибо большое за советы. И поэтому я. В одно время, я думаю, как-нибудь нужно будет туда сгонять и купить себе, прикупить какой-нибудь себе супер-мега-шикарный новомодный автомобиль. И потом хвастаться перед НПСами своим богатством. Так, ну денег у меня и правда много, я могу себе это позволить. Теперь надо подумать, чем бы нам сейчас заняться. Можно сделать еще одну миссию наркокрах, я думаю, никто не будет против. Забирают почему-то у меня пистолет. Видимо, слишком рано его еще с собой носить. Вот. Не знаю даже, по какой причине. Ну ладно. В принципе, у нас есть телефонные миссии. Мы можем выполнить еще один. Давайте выполним экран. Hey,
It's Wei. I need a car. A car? Такла! I'll be there right away. Так, найди мне что-то там. Найди мне свеженький Клиот. Поищи в районе хижин в Норт-Пойнте. Хорошо. Хорошо, поехали. Да я понял, да, пошел вон отсюда. Кусок говна. Постоянно все мои тачки ломаешь. Так, где он? Где эта машина? Я что-то не вижу. Вот она. Очень далеко. Сколько ехать примерно? 2 километра 300 метров. 2,5 километра. Ну ладно, проедем. Попробую побить рекорд чистого вождения, но вряд ли у меня это получится. Хотя, возможно, и получится, кто знает. Нельзя так просто взять и побить рекорд чистого вождения. Нельзя. Вот я уже очень близок к этому. Да, отлично, я взял. Сейчас нужно побить рекорд Дудла. Дудл тоже играешь, что ли, в этой игре? Не знаю. Ну, рекорд его был очень большой, поэтому, думаю, тоже побьем сейчас. Без проблем. Теперь Сэдман. Сколько у него? 37 секунд. Ну, я тоже думаю, проблем в этом нет. Ну, тут 2 минуты, 2 минуты уже будет сложно побить. Да, минута 49 на 7 месте по чистому вождению. Так, мы приехали. Ой, я, кстати, врезался прям в грузовик. А, нет, я не врезался, да? Что ты? Так. Забираем эту машину. Пошел вон отсюда. Прошу простить меня. Все, давай. Давай, до свидания. Так, 400 метров до гаража. Я думаю, сейчас мы это сделаем. Мы быстренько ее привезем. Мне просто интересно, эти миссии бесконечные или же, скорее всего, они имеют какое-то логичное окончание. Думаю, в районе 10 их там где-то. Здесь не так уж и много. Я чуть не врезался, жесть. Так, окей. Практически тут приехали. Кстати, в этом магазине, тут же магазин находится автомобилей. Ну вы, блин, стали идиоты. Конечно, молодцы. Так, приехали. Забираем нашу награду. 73 250 бачей. Так. Посмотрим, кстати, что здесь за машина. Так, это бомжатина. В принципе, ничего интересного. И машина как-то слишком дешевая, то есть 37 тысяч. Да мне кажется, что они ни хрена не клин. Так, ладно. Так, что там у нас еще с квестом? Ну, осталась миссия у Трена. Надо будет узнать, кстати, они заканчиваются или же все-таки нет. Так. Так. Куда мы поедем сейчас? Ну, в принципе, ехать уже особо некуда. Можно выполнить мейн-квест, но я не думаю, что у нас осталось времени. А вот эту гонку уже не выполнить. Почему-то она здесь мелькает у меня.
Тут гонка есть, что ли? Она пропадает все время. Вот, так что я думаю, на этом мы прервемся и продолжим уже как раз в следующий раз. Спасибо всем огромное за просмотр. С вами был Brain First. Всего хорошего, удачи и пока.